19 февраля 2024 год, 9 часов вечера, город Нижний Новгород, как видим, сугробы в мой рост. Температура на улице приблизительно минус 5 градусов. Дорожка вся освещена. Стоит машина под снежник, под снегом. И вот такие у нас сугробы большущие. Снега в этом году выпало очень-очень много. В этом году очень много снега, если сравнивать последние 5 лет. Снега много. Это еще плюс снег вывозят. Очень много снега, люди ходят. Это я иду по велодорожке. Когда сам еду на электросамокате по велодорожке, мне неприятно, что мне делают преграду пешеходы. Но сам иду по велодорожке. Но сейчас велосипедистов нету на ней. Дорожка, как видим, почищена, ухожена. Даже вот видим, нарисован велосипед специально, чтобы все видели, что это велодорожка. Но почему-то все пешеходы любят ходить не по тротуару. Сейчас покажу, какой у них широкий тротуар. А пешеходы любят ходить по узкой велодорожке, создавая помеху велосипедистам и электросамокатчикам. Вон видим, какой большой тротуар. Сейчас я перейду на тротуар и посмотрим, какой широкий, хороший тротуар. Плюс это он еще не очищен от снега. Если очистить от снега, будет метров 5, наверное. 4-5 метров. С вами был Валерий на своем канале. Он какой широкий тротуар. До новых встреч!